Спиною нащертала, нам не призывному, нам не приписному, воинству окрестного квартала. Сирые метели след позавели, все календари пооблетели. Годы нашей жизни, как составы пролетели, как же мы давно осиротели. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, разве это выразить словами? Как они стояли у военкомата с бритыми навечно головами. Вспомним их сегодня всех до одного, вымостивших страшную дорогу. Скоро, кроме нас, уже не будет никого, кто вместе с ними слышал первую тревогу. И когда над ними прямо звёздный гром трубами районного оркестра, мы глотали звуки ярости и муки, чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, это только мы видали с вами, как они шагали от военкомата с бритыми навечно головами. Ваш благородный
как бы оправдывая свое участие в этом блестящем ансамбле. Вы не нуждаетесь это как... в этом, Леонид. Лидия, это как бан, да? Говорит, вы тянули друг на встречу, ну не попадем, будет двух коллег. Да? Попали одна коллега. Вот попали одна коллега. Нет, значит, на два голоса пели. Ну вообще-то, вот практика песен века, она должна вот ночью разбудить. Значит, костный мозг. Да. Просто до костного мозга. Все эти сезонки, все эти... Это что называется, из положения лежа. Как срессированных медведев. Он все помнит. А еще представь себе, что Виктор Семенович перед нами стоит. Сразу. Берковский. Лесники Светлова. Мы ехали шаром, мы мчались вдвоя, и яблочко песню держали в зубах. А песенку эту до ныне хранит трава, молодая степной молоки. Но песню веду о дальней земле, возьми мой приятель с собой в седле. Он пел, озирая родные края, Гренада, Гренада. Гренада моя, песенку эту твердил на лесу, откуда у хлопца испанская грусть. Ответь, Александровский Харьков, ответь, давно ли по-испански мы начали петь. Я хату покину, пошел воевать, чтоб землю Гренады крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья, Гренада. Мчать, мечтай, постичь поскорей романтику боя, язык батарей. Восход поднимался и падал опять, и лошадь устала с тебя искакать. Но яблочко песню играл эскадрон, с мечами страданий на скрипках времен. Где же, приятель, песня твоя? Гренада, Гренада, Гренада моя. Пробито тело, на землю сползло. Товарищ впервые оставил седло. Я видел, над трупом склонилась луна, и мертвые губы шепнули Гренада. Да, Дальнюю область за облачный плёс ушел мой приятель и песню унес. С тех пор не слыхали родные края. Гренада, Гренада, Гренада моя. Отряд не заметил потери бойца, и яблочко песню допел до конца. Лишь по-нему тихо сползла бородя, а бархат заката светит до дождя. Новые песни придумала жить. Не надо, ребята, о песне дружить. Не надо, не надо, не надо, друзья. Гренада, Гренада, Гренада моя. Я солирую. Юрий Кукин. Понимаешь, это странно, очень странно. Ну такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом. И с собой мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто. Того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, солнце, их ты песни и дожди.
молодым, колдун один ты, ни дорогу, ни чемоданы, а ведь грусть невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Пусть полный горит мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Когда песни нашего века пели эту песню, мы ее записали на самый первый диск. Солистом в начале, вот это то, что пел Леня, у нас был Олег Митяев. Он запевал. Потом, когда Митяев ушел, пришел Леня в наш коллектив, и ему поручили эту партию петь. Он всегда забывал, какой чудак. Вот какой он никак не мог запомнить. Однажды на руку однажды ему, поэтому сейчас Костик спрашивал, все равно это ошибется. Во-первых, однажды, если бы я не ошибся, же... история повернула бы по другому руслу. Нет, во-первых, я должен ошибаться. Я сказал это абсолютно по другому поводу, потому что это давно моя партия. Давно все. Или другая. Ты третий в этой очереди. Костя, партия у нас одна. Ваше дело третье. Сегодня поет Леня. Третий состав. Однажды, значит, над Леней пошутили. Ну, артисты такое бывает, знаете, там, зеленый концерт и так далее. Выходим на второе отделение, во втором отделении это первая песня. Мы выходим, Леня, значит, готовится петь свою партию, и видит, что перед ним крупными буквами написано «Законченный». На подслушке висит «Законченный». А у него было «Замученный», там много всего. Ну, много. Дорогие всего друзья, было. Продолжим туристическую, романтическую тему. Александр Городницкий. Все перекаты, да перекаты, послали бы их по адресу. На это место уж нету карты, плывем вперед по адресу. На это место уж нету карты, плывем вперед по адресу. Свете. Друзья сидят за водкою, владеют камни, владеют ветер моей дырявой лодкою. Владеют камни, владеют ветер моей дырявой лодкою. Большой реке я на утро выйду, на утро лето кончится. Что умирать не хочется, и поддавать я не должен виду, что умирать не хочется. И если есть там с тобою кто-то, не стоит долго мучиться. Люблю тебя я за поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место уж нету карты, плывем вперед по адресу. Константин Борисович все время солировал в куплете про баб и водку, так он не ошибся ни разу. Никогда. Потому что он хорошо знает. В каком бы ни был состоянии. Ну, это говорит, да. Это все идет от лебедом. Это говорит о интеллигентности, между прочим, присущей. Не исключено. А все, кто ошибается, не очень. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что самые активные столики у нас получают призы и подарки. Сегодня это от гнезда глухаря. Да, можно не только петь, но и танцевать. Они имеют право на поэт. Те, кто активно танцует, тоже получают призы и подарки, получают возможность спеть с Леонидом Сергеевым песню «Милая моя». Да, 27 числа мы здесь сольный поем. А смотрите, переигрываем. Не спеть с Леонидом Сергеевым. Поют зрители, это традиция, а лучшие
пожалуйста. Певцы имеют право станцевать, если один сидит. Мужчины, уж давайте поактивнее как-то. Понятно. Лида у нас руководит, сейчас посмотрим, что. А вот еще там видишь, положили на песочку. Это лично Леониду Сергеевичу. Я уже в составе. Я уже в составе. Ну давай. Давай. Просит спеть, мы с тобой давно уже. Давайте попробуем. Юрий Аделук. Какой интересный вопрос. Тимур, пожалуйста, спойте свободную частицу. Тимур! Где вы? Сожналось с прошлого года. А я говорю, как мы по очереди Лёня своей. Лёня, второй. Вот так все рождается на ваших изумленных глазах. Да, нас попросили спеть песню Юрия Аделунга. Мы с тобой давно уже не те. Мы не живем делами грешными, спим в тепле, не верим темноте, а шпаги на стену повешены. В нашей шхуне сделали кафе, на тумбу в пушку исковеркали, растрачен порох фейерверками, наркотопор пошел. И нас опасности не балую. Ты попал в какую-то комитет, а вот мы служим высшей балою. Нас теперь не трогает краса, на парусах уж не разляжешься. Пусть ты как пищик разгулявшийся на транспаранты паруса. Мы с тобой те уже совсем, и все дороги нам заказаны. Спим в тепле на средней полосе, избрали город речной базою. Знаю, нам не пережить зимы, а шхуна словно пес на привязи. Кривая никуда не вывезет, а море ждет нас, черт возьми. Море ждет, а мы совсем не там. Такую жизнь пошлем мы к лешему. Посмотря, ты будешь капитан, нацепим шпаги потускневшие. Мы с тобой пройдем по кабакам, команду старую разыщем мы. А здесь мы просто лишние. Давай, командуй, капитан. Просто лишнее. Давай, командуй, капитан. Танцевальная программа продолжается. Объявите, пожалуйста, песню «Правда король». Сабеки. Вот себе ки, я помню. Это что-то из французской поэзии, да. Да, у нас всегда Виктор Семенович Крыковский очень любил эту песню. Вот, потому что в ней рассказывалось как раз о его ферромагнитосплавном хромированном колене в стану, да, которым он давал пендали за $10 любым желающим в перерыве нашего концерта. Итак, хоровой король Александр Дулов и французский поэт Морис Карен. Железный шлем, деревянный костыль. Король с войны возвращался домой. Солдат
Троянский город, не морский шелк, на башне ждала до королева его. Рваная обувь, а шляпин цветок плясал на площади люд простой. Он тоже пел, но часть не мог такую минуту и в день такой. Ура! Ну и в преддверии... Судя по бурной реакции, ортопеды там сидят. Наши танцы продолжаются, и на этот раз весеннее танго! Вот идет по свету человек чудак, сам себе печально улыбаясь. В голове его какой-нибудь пустяк, сердцем видно что-нибудь не так. Приходит время, сюда птиц, сюда птиц прилетают. Снеговые горы, да? Снеговые горы тают. И не до сна? И не до сна. Перебои. Сколько головой о стенку не стучи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы, с юга птицы прилетают. Спасибо. Мужчины, подарите своим женщинам нормальный подарок на 8 марта. Лида говорит, мужчины, подарите моим, вашим женщинам меня. Да. Нет, ну тогда уж раз пошла реклама, то наша следующая встреча в рамках клуба состоится 24 марта.
воскресенье. И у нас появилась идея вот буквально сегодня посвятить ее романсам. Представляете, если мы хором будем от Либетум петь романс. Мне кажется, здорово, потихоньку. Дорогие друзья, пришли записки, которые мы с удовольствием выполнили, но уже нет. Утро уже. Но уже утро, да. Это прекрасные песни, мы их обязательно в следующих наших программах споем. А, 40-е роковые, приходите на наш концерт ансамбля «Скай», мы там споем. Это будет 28 числа. Это вот скоро уже, 28. Ну, на самом деле все... Я нас вернул, я перебил. Да, обо всех концертах вот наших вы можете узнать. Да не уходите вообще. Да. На ресепшене. Все кончается, кончается, кончается. Наш концерт подождет. Едва качаются перо и фонари. Глаза прощаются надолго, излучаются. И так все ясно, слов не говори. А голова моя полна бессонницей, полна тревоги голова моя. И как расти не может дерево без солнца, так не могу я быть без вас, друзья. Спасибо вам, не подвели, не дрогнули, и каждый был открыт таким, как был. Одни короткие без сердца тронули. Спасибо вам, прощайте, добры. Все кончается, кончается, кончается. Едва качается перо и фонари. Глаза прощаются надолго, изучаются. И так все ясно, слов не говори. Мы по любимым распредемся и по улицам. Наденем фраги и закружимся в судьбе. А если сердце заболит, простудится, искать лекарства станем не в себе. Мы будем гнуться, но, наверное, не загнемся, не заржавеют в ножнах стволы и бинты. И мы когда-нибудь, куда-нибудь вернемся и станем снова с вами просто мужики. А все кончается, кончается, кончается. Едва качаются перо и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются. И так все ясно, слов не говори. И так все ясно, слов не говори. И так все ясно, слов не говори. Лидия Чебоксарова подарила подарки от «Гнезда глухаря» сегодняшним победителям, дорогие, и они должны друзья, делегировать своих делегатов на сцену. Те столики, которые получили подарки, просим ваших делегатов, а можно всем столикам, выходите для исполнения финальной песни «Милая моя» вместе с Леонидом Сергеевым. Дирижирует Лидия Чебоксарова. Края, зрение.
со мною, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, не утешайте меня, мне слова не нужны. Дорогие друзья, спасибо вам огромное. Наш вечер, как всегда, был прекрасен. Благодаря вам и только вам. Мы ждем вас 24 марта. Приходите, будем петь романс. До новых встреч.